Всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. С вами снова я, Макс Солнечный. И сегодня я по форме нахожусь. Друзья, для всех будет не новость, но я, короче, нахожусь в армии. Ой, блин, столько мыслей в голове, столько всего сказать, а, блин, оно не связывается. Ребята, короче, меня... Блин. Служу я, короче, в городе Ростов-на-Дону. Отправили нас в 183-й учебный центр. Здесь я буду проходить подготовку. Сегодня, 23 июня, у меня была военная присяга. Сегодня ко мне приехали все мои близкие. Мама, бабушка, тетя, брат приехал, там еще Карифан приехал. И сейчас мы вышли в увольнение, я вышел в увольнение погулять по Ростову. Сейчас мы находимся на набережной города Ростова-на-Дону. Ребята, город просто офигенный. Город просто, ну, зеленый по сравнению с Симферополем. То, что я показывал. И даже другими там местами город просто офигенный. Сейчас я подойду к набережной, друзья. Вот это набережная, Ворошиловский мост. И здесь протекает такая река, река Дон. Я по такой форме, она мне, короче, блин, надоела уже. Вот, друзья. Поэтому так. Короче, я буду до ноября месяца находиться в городе Ростов-на-Дону. После этого нас перераспределят по другим войсковым частям. Друзья, что сказать по поводу службы? Первое время просто была жопа. Просто был такой дикий трэш. Хотелось обратно домой. Но по истечению там буквально недели-двух ты уже привыкаешь. Сегодня 23 июня. У меня служба пошла с 3-7 июня. Я уже привык. Но... приехали родные, как будет дальше, как будем отлучаться, я не знаю. Уже, короче, купил сим-карту себе, этот интернет, чтобы, ну, телефоны как бы вообще нельзя пользоваться. Тут мама, с мамой сейчас идем искать наших других родственников, взял кофейку, ребята, не хватает чая, не хватает кофе в армии. В этой форме потеешься, вот, кофе, друзья. Просто сказка, город потрясающий. Зеленый такой. Блин, друзья, ну просто нет слов. Короче, вот, все со мной нормально, служба идет хорошо. Проблем пока что не было, потому что я все воспринимаю адекватно, все команды выполняю, все, то, что мне говорят, делаю. Ну, а дураки есть везде. Из-за дураков страдаем мы. Ну, ничего, друзья, на такой положительной нотке я с вами прощаюсь, друзья. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, и все у вас будет хорошо. Набережная какая-то, я не знаю, как она называется. И так вообще красиво здесь. Блин, ну, не знаю, по сравнению с Симферополем, с Крымом, там, где мы были... это просто вот, что-то такое вот новое вообще. Друзья, вот так, мама там сидит. Все, друзья, жду вашу ответную связь. Всем пока, друзья, у меня просто настроение хорошее. Пока-пока.